ехал на машине и вдруг увидел черепаха на дороге. Ну, я так тихонечко сверху проехал. Вижу, она двигается. О, молодец, она уходит. Сейчас мы ее быстренько это. Давай, давай. Сейчас мы ее продвинем. Здравствуйте. Вот так. А мы-то с доставкой на дом. Вот с доставкой на дом. Она пытается еще что-то там двигаться. Тут черепахи опасные, конечно. Есть такие с клювами. Не знаю какие, но палец могут откусить легко. Как раз я ехал сюда на проверку дома. И вот такое вот дело мне попалось. И лапками шевелит. Сейчас мы ее где-то выпустим аккуратно. Она у нас поползет в правильные места. Оп. Как-то она не спешит вылазить. Эй! Ладно, в сторону леса ее куда-нибудь. Не хочет. Ну, свою бошку вытаскивает уже. Голова прямо как у змеи у нее. Паук на ней сидит или муравей? Непонятно. Вроде так ползла активно и замерла здесь.